Доброе утро, это путепровод, проспект Свободный. И вот, собственно говоря, место, где буквально совсем недавно прошла реконструкция. Яма сантиметров 60 глубиной. Здесь видно, что солидно подмыло, просел грунт. Эта травка была, получается, вровень вот с этим краем, да? Тут уже больше, чем на метр ушло. И вот, собственно говоря, такой провал. Здесь, в принципе, видно, что все уже довольно неровно. Все как-то пошло боком-боком. Поэтому, видимо, подсыпочки здесь не хватило. Поэтому, уважаемая мэрия, просим взять на карандаш. Наверняка еще гарантия осталась. Подрядчик.